Я с вами Ты мне денег прощаюсь. заплатишь? Что? Ты мне денег заплатишь? Нет, иди отсюда. Почему? В смысле? Ну... Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Дэн и Пинки Болт. Поздоровайся. Ребят, всем привет! Вот, сегодня мы будем выполнять вызов, вызов с паркуром. Ну, меньше слов, больше дела. Давайте посмотрим вызов, попробуем выполнить его. Привет, Дэн Вуд, я вам бросаю вызов Майнкрафт на сервер Макс Майн по прохождению паркура на время. Так, кликаем по компасу, берем паркур, идем прямо, берем 15-ю карту, голд. Так, погнали, таймер пошел, ну погнали. Так, надо, если вы пройдете быстрее меня, тогда вы выиграли вызов. Если нет, с тебя, Дэн, 1000 рублей. Ну, ты сам знаешь правила. Итак, ну вот, как видим, я прошел ее за 29 секунд и 150 миллисекунд или как там. Ну, все. Если пройдешь быстрее меня, тогда ты выиграл. Если нет, надо еще раз, ребята, 1000 рублей. Все, пока. Ну вот мы теперь на этой карте, которую вы посмотрели сейчас в вызове. Мы зашли на этот сервер 1.5.2 версия, карта 15-я. Как все и говорилось, можно даже посмотреть тут в начале. ТП-шится вроде можно. Нет, нельзя. Ну вот, карта 15-я, думаю, она похожа, видно здесь, и мы попробуем ее сейчас пройти. Вот, можно вернуться. Давай. Попробуй это пройти, собака с первого раза. Вот, я буду прыгать так с людьми, чтобы видеть, кто как прыгает, ну и... Не, я всех уберу, серьезно. А подожди, вот если я убираю людей, ты меня видишь, вот если у меня убраны? Нет, или я вообще... я тебя не вижу, но... Я тебя не вижу, ты меня тоже, короче, не видишь, вот так. А, ну ладно, я почти прошел. Я тоже, я он... Ты где? Я сейчас там возле второго чекпоинта. Я на последнем чекпоинте. Серьезно? Да. Я... Подожди, раз... Неужели я поставлю рекорд? Я прошел за 29 сейчас. 27! Понял, 27! Ты прошел за 27? Да. 27 секунд, 756 миллисекунд. Ну или как-то так они там. Ну... Все, мы выполнили. В принципе, можно сказать, выполнили, но давай попробуем еще поставить рекорд, какой будет максимальный. А, давай. Подожди, у меня рекорд 27 секунд. У меня был рекорд 26 секунд. Мы сейчас будем пробовать, какой будет наименьший рекорд, скажем так. Не да. знаю, у меня был 26 секунд рекорд. Не надо вот этого. Ты на съемку все делал, рекорд там у него был. На съемку у меня есть где 27 секунд только. У меня что-то залагало из серии. Я налетаю. Какой-то падаю. Учительно. Пробую еще раз. Так, ну смотри, мы сейчас попробуем, какой будет самый такой лучший рекорд, а может потом какую-нибудь еще одну, ну. Смотри, короче, если у меня рекорд лучше, ты мне кидаешь косарь. Ага. Все, все слышали. Если за 20 секунд карту пройдешь. Блин, ладно. Нет, ну вот мы этот вызов сейчас я допрохожу его, лично еще раз. Покажу, как мы с тобой именно разговариваем. А парень говорил, за сколько секунд? За 29 нужно? Да, но он прошел за 29. Сказал, быстрее, чем я, пройди. А ты за сколько? За 29. То есть, ну, получается, пока что прошел карту я, а ты нет. Нет, ну у меня есть видео доказательства, где я за 27 прошел, но я хочу сейчас показать. Так что, ну, в любом случае, я уже этот вызов выполнил. Мы сейчас, наверное, еще один с тобой возьмем, сразу два вызова можно выполнить, я говорил. Ну, этот изи, короче. Вот, да. Можно да, сразу они не очень сложные, в принципе, попаркурить можно и научиться. Ой, вот это глупость я совершил. Оп, ща, новый рекорд, Диня, новый, давай. Это первый раз, когда мне нравится паркур. Сейчас за 30, но я там тупанул. В принципе, наверное, успел бы за 26 каких-нибудь секунд. За сколько у тебя, 30? Сейчас, да. А чё я бегу, смотри, короче, я бегу, а у меня потом перестает ускорение быть. То есть там, как будто я один раз на W нажал. Ну это уже в Майнкрафте, наверное, байки какие-то. Вот собака. Вот сейчас будет новый рекорд, если я не ступлю. Давай, Пинки, тебе нужен косарь. Давай. От, я пузастый чел. Я прошел за 26 секунд сейчас, вот написано. Подожди, я возле финиша. Мы играем в Диагай! 26, тоже, сколько у тебя? 26, 878 у меня.
626-630. Ну, мне кажется, короче, чем 26 нельзя пройти эту карту. Ну, мне тоже, наверное, кажется, возможно. Ну, я тебя победил. Ладно, этот вызов мы выполним. Давай попробуем какую-нибудь другую карту, просто для прикола. Хотя нет, это не сложно, я пробовал. Давай лучше возьмем новый вызов. Да. Давай. Еще один вызов посмотрим. Ну что ж, давайте перейдем к просмотру следующего вызова. Смотрите вызов, и мы продолжим. Ну вот, вы посмотрели вызов, теперь можно приступить к его выполнению. Я уже построил такую же конструкцию, которая была у автора видео. Итак, давайте проверять. Я нажимаю на кнопку, лампа загорается. Я нажимаю на кнопку, лампа потухает. Вот, вызов, можно сказать, да, выполнен. Более того, за этой стеной ничего нет. Да, вот так вот ничего нет. Ну, вот так вот я выполнил этот вызов. Ну а теперь можно перейти к его завершению. Я с вами прощаюсь. Ты мне денег заплатишь? Что? Ты мне денег заплатишь? Нет, иди отсюда. Почему? В смысле? Ну. Вот, вызов, я считаю, что выполнен. Теперь на этом все. Я с вами прощаюсь. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. Ладно, ладно, это была шутка. Теперь давайте перейдем к настоящему выполнению этого вызова. Он на самом деле простой. Да. Так, мы решили вас разыграть. Здесь стоят два командных блока, которые... Не понял. Которые просто спавнили редстоун блок. Вот ты бы, кстати, догадался с первого раза. Ну, да. Вот, стоят два командных блока, эти не нужны. Один спавнит воздух, другой спавнит редстоун блок. Нажми вот. Один спавнит воздух. А, ну да, логично, ладно. Вот, нажимаем на кнопку, спавнится редстоун блок, и то есть лампа загорается, нажимаем на другую кнопку, спавнится воздух, который убирает любой блок, который бы тут стоял. Вот. Ну все, на этом, можно сказать, вызов выполнен. С вами был Дэн и Пинки. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставьте комментарии. Всем удачи. Денис, смотри на меня. Встреч. Всем пока. Денис, всем пока, ребят. Да.